Гражданского института Министерства внутренних дел для торжественного ритуала принесения присяги на верность Республике Беларусь и народопостроенным. Поздравляю. Так, держать, только вперед. Служу Республике Беларусь. Так, сегодня мы принимали присягу в святом месте, где сотрудники органов внутренних дел в 1941 году стали на защиту Могилева. И они остались верны, верны своему слову. Это было так в далеком 1941, это происходит и сегодня. Я уверен, что эти ребята останутся верны словам присяги всегда. Я могу с честью и гордостью сказать, что в органах внутренних дел служат настоящие патриоты своей страны. Пользуясь случаем, сегодня я хотел бы поздравить моих коллег, курсантов Могилевского института с принятием присяги и заступлением на службу в органы внутренних дел. Наш президент говорит, только патриот может воспитать патриота. И родители действительно настоящие патриоты. Они воспитали людей, которые сегодня готовы защищать наших граждан Республики Беларусь. И, если надо, заглянуть смерти в глаза, но защитить наш белорусский народ. Низкий им поклон, только слова благодарности. Мы сделаем все для того, чтобы их детям служилось комфортно, ну а самое главное – безопасно. И то, что сегодня над нами мирное небо, это заслуга в том числе и сотрудников органов внутренних дел. Уверен, что так было и так будет. Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить безопасность в Республике Беларусь. Сегодня торжественный день. Я горжусь своим сыном. Я очень горжусь своим выбором, что поступил в институт МВД. Меня очень радует, что я выбрал такую профессию. В милицию я решил еще для себя 2 года назад пойти, чтобы помочь людям, сделать мир лучше. Было принято решение, что в конце прошлого учебного года сделать новое спортивное сооружение в институте. Пожелание самих ребят, любой сотрудник милиции без спорта он просто жить не может. Он не может выполнять качественно поставленные задачи. Поэтому с первого дня, конечно, ребята, кроме того, что они будут постигать разные науки, но они будут усиленно заниматься спортом. Я в обязательном порядке заеду, посмотрю завершение строительных работ. В этом году в самом главном объекте, с гордостью это хочу сказать, это лицей Министерства внутренних дел, который открывается в городе Могилеве. И 2 сентября мы на линейке торжественно откроем уже новое здание. Уверен, что лицеисты, которые сейчас поступят на учебу в лицее МВД, мы через 3-4 года также пожмем руку и поздравим в этом святом месте с принятием присяги. Потому что все, кто идут в лицей МВД, как правило, это те мальчишки, которые мечтают стать сотрудниками милиции.